греха. Сексуало грех, бистамиба. Я знаю, что не часто об этом проповедую. Es zinu, ka bieži par to nerunā. Но у меня было вот какое-то вот внутреннее ощущение, что нужно это сказать. Bet man bija tāda iekšēja sajūta, tāda vajadzība, ka man tas ir jāsaka. Поэтому я две недели готовился к этой теме. Tāpēc es divas nedēļas gatavojos šai tēmai. Вот, и чтобы вы понимали, тут эта проповедь не против кого-то. Lai jūs saprastu, šī svētru nav pret kādu Например, cilvēku. О, там вот, для Юлии, вот буду эту проповедь. Нет. Tas nav domāts kādam konkrētam cilvēkam, par kādu cilvēku vai kādam cilvēkam kā nosūtījums. То есть, это проповедь о том, чтобы мы понимали опасность вот этого. Šī svētruna ir domāta tam, lai mēs saprastu, ko nozīmē šī, kāda ir šī seksuālā grēka bīstamība. Опасность сексуального греха. Давайте начнем с первого места Писания. Сексом, первый раствит. Бытие 1:28. Первая Мозус. Там сзади есть, если что. Первая Мозус 1:28. И благословил их Бог и сказал: плодитесь и размножайтесь. Un Dievs tos svētī un sacīja uz tiem: augļojieties un vairojieties. Бог сказал Адаму и Еве. Dievs teica Ādamam un Ievai. Занимайтесь сексом. Nodarbojieties ar seksu. Много занимайтесь сексом. Daudz to dariet. Чтобы было много детей. Lai būtu daudz bērnu. То есть сразу хочу обозначить. Tātad pirmais, uz ko gribu likt uzsvaru. Сексуальные отношения это неплохо. Сексуальные отношения это нав слишком. Сексуальные отношения это хорошо. Tas ir labi. Но внутри семьи. Bet ģimenē. Бог обозначил так. Dievs to ir tā nolicis. Что чтобы мужчина и женщина наслаждались друг другом. Lai vīrietis un sieviete varētu baudīt viens otru. Но внутри семьи. Bet laulībā ģimenē. Также, чтобы они размножались тоже внутри семьи. Tieši tāpat kā lai šī darbība nestu augļus, lai viņiem būtu bērni. Бог так обозначил, чтобы они шли вместе всю жизнь. Tā Dievs ir nolicis, ka viņiem ir jāiet kopā visu dzīvi. Мужчина и женщина. Vīrietis un sieviete. И в радостях, и в трудностях. Un priekos un bēdās. Да, помните, что вы в ЗАГСе говорили? Кто помнит? Atcerieties, ko jūs esat dzimšanas sarakstu nodaļā solījāties. И в трудностях, и в радостях, да? Gan priekos, gan bēdās. Вот, и поэтому Бог определил, что это неплохо. Dievs saka, ka tas nav slikti. Но сексуальный блуд. Bet kas ir šī netiklība? Что это такое, да? Ko tas nozīmē? Первое, физический сексуальный блуд. Tātad šī netiklība. Mieso, да? Miesiska netiklība. Это сексуальные отношения. Tas ir šīs seksuālās attiecības. Без брака. Nesot laulībā. С какой-то персоной. Ar cilvēku. То есть сегодня может быть и мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Ну, поэтому... Šodien mēs sastopam dažādas modifikācijas. Modifikācijas, jā. Kad sievietes ar sievietēm, vīrieši ar vīriešiem. И Бог называет это блудом, когда нету официального благословения. Bet Dievs to sauc par netiklību, kad nav šīs svētības par šo savienību. У Бога нет такого типа гражданский брак. Dievam nav tāds jēdziens kā civila laulība. У Бога такого нет. Dievam nav tāda jēdziena. Это придумали грешники. Šo jēdzienu izdomāja грецинии. Чтобы оправдывать свой грех. Lai attaisnot savu grēku. Поэтому у Бога есть благословение внутри семьи. Tāpēc Dievam ir Dievs dod šo svētību ģimenē, laulībā. Вообще один из самых распространённых грехов в мире именно блуд. Un šī netiklība, šī ir tieši ir viens no visvairāk izplatītiem grēkiem pasaulē. Но знаете, есть и духовный блуд. Bet ziniet, ir arī garīga netiklība. Духовный блуд это Kas ir garīga netiklība? Это отношение, это отец Ардео так элис. В твои отношения с Богом есть идолы и бесы. Tavās attiecībās ar Dievu tiek ielaista vai pieļauta elku pielūksme un ļaunie gari. Мы сегодня с вами посмотрим разные истории. Mēs paskatīsimies dažādus stāstus. Где человек, который начал с духовного блуда,
kur cilvēks ir sācis ar šo garīgo netiklību. Закончил физическим блудом. Un noslēdz ar fizisku netiklību. И наоборот. Vai otrā? Человек, который начал с физического блуда. Vai arī otrā cilvēks, kurš sāk ar šo miesas netiklību, beidz ar garīgo netiklību. То есть это очень связано. Tas ir ļoti savstarpēji savienots. Я хочу вам прочитать одно место писания. Es vēlos izlasīt jums vienu rakstu. Осия 4:12. Тут сзади у тебя есть. Хозея 4:12. А давай по-латышски сначала. Mana tauta prasa padomu savam koka tēlam un stības sniedz tiem atbildi. Tiešām netiklības gars viņus tā apmulsinājis, ka viņi kā netikļi izturst pret to kungu savu dievu, atstādamies no viņa un kalpoda melkiem. Давайте начнем с этого первого места писания. Здесь написано, есть netiklības gars, дух блуда. Да, смотрите, что здесь написано. Что мой народ впустил в свою жизнь дух. В начале 12. Народ мой. Mana tauta. Tur krieviski rakstīts, tulkojot tieši, ka mana tauta ir ielaidusi sevī netiklības garu. Да. То есть мы видим, что за блудом стоит какой-то дух. Tad mēs redzam, kā iz šīs netiklības stāv kaut kāds gars. И это не дух Божий. Un tas nav Dieva gars. Значит, другой дух. Tātad cits gars. За дух блуда это демонический дух. Šis netiklības gars ir demonisks gars. Это бесы. Tie ir ļaunie gari. Давайте посмотрим 5:4. Un tālāk šajā grāmatā 5:4. Viņi nebūt nedomā par to, lai atgrieztos pie sava Dieva. Jo viņu sirdī mājo nešķīstības un netiklības gars, un viņi nepazīst un neatzīst to kungu. Смотрите, как здесь написано. Где живет дух блуда? Skatieties, kur dzīvo šis gars? В сердце. Sirdī. Внутри. Mūsos iekšēnē. То есть мы видим, Tātad mēs redzam, что этот бес, ka šis ļaunais gars, демон, šis dēmons, живет внутри народа Божьего. Dzīvo Dieva tautas vidū. Что это значит? Ko tas nozīmē? Это значит, мужчины брали женщин из другого народа. Tātad tas nozīmē, ka vīrieši ņēma sev par sievām sievietes no citas tautas. И женщины брали мужчин из другого народа. Un tāpat arī sievietes ņem vīrus no citas tautas. И занимались сексуальными отношениями вне Бога. Занимались сексуальными отношениями вне Бога. Вне Бога. Арпус Дева. Арпус Дева, ну. Да. То есть я хочу первое обозначить. Пирмайс. Что за просто сексом стоит какой-то дух. Aiz seksa vienmēr stāv kaut kāds gars. И это бесы. Un tie ir ļaunie gari. Вне Бога. Attiecībās, kas nav Dievā. Там всегда стоят бесы. Tur vienmēr ir šis ļaunais gars. Нам кажется, что демоны или дьявол где-то там в Индии и в Африке. Mums dažreiz šķiet, ka kaut kādi ļaunie gari vai dēmoni tikai Indijā, Afrikā. Бесы рядом с нами. Bet ļaunie gari tie ir tuvu mums бесы un blakus. Бесы недалеко от нас. Viņi nav tālu no mums. А иногда Un dažreiz, бесы даже входят в нашу жизнь. Dažreiz tie ienāk mūsu dzīves. В нас. Mūsos. В некоторых живут бесы. Dažos ir cilvēki, kuros dzīvo ļaunie gari. И как бес входит? Un kā šis ļaunais gars ienāk? Через блуд. Caur netiklību. Через порнографию. Caur pornografiju. Через измену мужу или жене. Caur krāpšanu vīram vai sievai. Через то, что мужчина или женщина занимаются сексом без Божьего благословения. Caur to, ka vīrietis ar sievieti nodarbojas ar seksu bez Dieva svētības. Бесы входят в людей. Šajos gadījumos ļaunie gari ienāk cilvēkos. То есть мы видим с вами, что это не просто секс, это демонические вещи. Un mēs redzam, ka tas nav vienkārši seks, tās ir dēmoniskas lietas. То есть что такое дух? Ko nozīmē gars? Это живое существо. Tas ir dzīves radījums. Невидимое. Neredzams. И очень злое. Un ļoti ļauns. Дух блуда. Un šis netiklības gars. Что он делает? Ko viņš dara? Он разрушает. Viņš sagrauj. Все на своем пути. Visu savā ceļā. Я с вами прочитаю одну историю, и вам будет более понятно. Mēs izlasīsim kādu stāstu. Ещё раз скажу, вы можете быть со мной не согласны. Vēlreiz teikšu, ka jūs varat man nepiekrist. Это ваше дело, я не претендую ни на что. Tā ir jūsu darīšana, un es... Но за неправильными сексуальными отношениями стоят бесы. Bet aiz nepareizām seksuālām attiecībām stāv ļaunie gari.
Будем читать, Диана, да? Это очень важная история. 11, 1 ķēniņa, 11. nodaļa, no 1. līdz 10. pantam. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараонов, мавитянок и всяк так далее. Первый стих. Un ķēniņš Salamans iemīlēja daudz svešzemju sievu, gan faraonu meitu, gan moabietes, amonietes, edomietes, да. Sidonietes, hetietes. Salamon polubil ženšin iz drugih narodov. Uzsvars uz to, ka Salamans iemīlēja svešzemju sievas. Второй стих. Otrais pants. Iz tiek narodov, o которых Господь сказал сынам Израилем, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон своей любовью. No tautām, par kurām tas kungs bija sacījis Izraēla bērniem, neiet jūs pie viņiem, un arī tie, lai neienāk pie jums, ka tie jūsu sirdis nenovērš, un ka jūs nepieķeraties viņu dieviem. Tomēr Salamans viņam pieķērās ar mīlestību. Salamon veliki car. Salamans liels ķēniņš. У него все было. Viņam viss bija. А у него были богатства. Богатība. Популярность. Популяритāte. Слава. Слава. Деньги. Nauda. Успех. Panākumi. Все было. Viss viņam bija. И он нарушил одну большую Божью заповедь. Bet viņš pārkāp vienu Dieva likumu. Он начал брать женщин из других народов. Viņš sāka ņemt sievietes no citām tautām. И с ними спать. Un ar viņām gulēt. Да, но Бог сказал. Bet Dievs teica. Когда ты будешь к ним входить. Kad tu iesi pie viņām. Они твое сердце уведут от Бога. Viņas tavu sirdi aizvedīs prom no Dieva. Давайте посмотрим дальше. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида отца его. 4. Pāns. Un Salamanam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga sava dieva, ka viņa, kā viņa tēvs Dāvida sirds, tēva Dāvida sirds. Ja neprašitāl 3. stīk, da? U Salamona 700 žon i 300 naložnici. Было. Un izlaidām trešo pantu, tur bija rakstīts, viņam bija 700 sievu no augstākām aprindām un 300 blakus sievu. То есть 1000 женщин было у Соломона. 1000 sievietes viņam bija. Я с одной не могу справиться. Es ar vienu netiek galā. Это шутка. Tas ir joks. Это шутка. Но интересно, что эти женщины развратили сердце Соломона. Bet interesanti, ka šīs sievietes novērsa viņa sirdi, padarīja to. Что это значит? Ko tas nozīmē? Это значит, что они увели сердце Соломона от Бога к своим богам. Viņas šo Salmana sirdi aizveda prom no Dieva un aizveda pie saviem elku dieviem. Здесь написано в 4 стихе, в старости Соломон ушел от Бога. Un tur rakstīts, ka 4. Pantā, ka viņam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem. То, что сегодня мы верующие. Tas, ka mēs šodien ticīgi. Не факт, что завтра мы будем верующими. Vēl nenozīmē, ka mēs rītā būsim ticīgi. Если наше сердце будет в неправильном состоянии. Ja mūsu sirds būs nepareizās attiecībās. 5. Стих. 5. Pants. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому и Милхому, мерзости Аммонитской. Un Salmans sākoja Sidoniešu dievietei Аштартей и пьетерас амонеши ребигаям элкам милкомам. Соломон не просто ушел от Бога. Viņš nevienkārši, Salmans nevienkārši aizgāja no Dieva. Он стал служить. Bet viņš pieķērās. Бесам. Un sākoja šiem ļauniem gariem. За этими богами. Un aiz šiem dieviem. Всегда стояли демоны. Vienmēr stāvēja demoni. Здесь написано, что он стал служить Астарте, божеству Сидонскому. Tur rakstīts, ka viņš sekoja šai sidoniešu dievietei Aštartei. Что делали люди, посвящая свою жизнь Астарте? Un ko darīja šie cilvēki, kas ziedoja savu dzīvi Они Аштартей? Резали свое тело. Viņi graizīja savu miesu. Раны, глубокие раны, руки. Viņi graizīja sev rokas. Тело. Ķermeni. Соломона все тело было изрезано после служения этой этому божеству. Salamanam visa miesa bija sagraizīta pēc tam, kad viņš kalpoja šai dievietei. И здесь дальше будет написано, что было божество Молох, 7 стих, да? Un tur tālāk būs rakstīts, ka bija tāds Молохs, bija tāds элкс. Что значит служить этому бесу было? Un ko nozīmē kalpot šim ļaunajam? Они своих детей до 2 лет. Viņi savus bērnus līdz 2 gadu vecumam сжигали на огне. Sadedzināja uz uguns. Вот что значит служить бесам.
Lūk, ko nozīmē kalpot ļauniem garam. Vot, что значит Соломон ушёл от Бога. Lūk, ko nozīmē Salomons atgan no Dieva. И начал служить другим богам. Un sāk kalpot citiem. Он начал резать своё тело. Viņš sāka graizīt savu miesu. И он начал детей бросать в огонь. Un viņš sāka šos bērnus mest ugunī. Да, читаем дальше. Шестой стих. И делал Соломон неугодное в глазах Бога, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Un sestais pants. Un Salomons darīja to, kas bija ļauns tā kunga acīs, un viņš nesakoja tam kungam tā kā viņa tēvs Dāvids. То есть мы видим, что Соломон Mēs redzam, ka Salomons не просто ушёл от Бога. Viņš ne vienkārši aizgāja no Dieva. Он ушёл очень категорично. Viņš ļoti kategoriski. И просто ушёл в демонический мир. Un viņš no tā kunga aizgāja uz dēmonisko pasauli. Знаете, что наш мир очень духовный мир. Jūs zināt, ka mēs dzīvojam ļoti garīgā pasaulē. И в этом духовном мире бесы. Un šajā garīgajā pasaulē ļaunie существа. Tās ir tie reāli, которые хотят увести нас от Христа. Viņi ir reāli, un viņi vēlas aizvest mūs no Kristus. Они хотят нас увести от истины. Viņi vēlas mūs aizvest no patiesības. И тогда дух блуда, например, дух блуда. Un tad, piemēram, šis nešķīstības, netiklības gars. Он работает очень сегодня и на мужчин, и на женщин во всём мире. Tad sāk strādāt gan uz sievietēm, gan ar vīriešiem visā pasaulē. 7. stih. Septītais Тогда pants. Построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Toreiz Salamans izveidoja augstieņu svētnīcu no Moabiešu riebīgajam elkam Kamosam uz tā kalna, kas atradās preti Jeruzalemai, tāpat arī riebīgajam Amoniešu elkam Molocham. Он построил церковь, другими словами. Citiem vārdiem sakot, viņš uzbūvēja draudzi. Где они приносили в жертву детей? Kur viņi upurēja šos bērnus. И резали себя. Un graizie sevi. То есть это было место, храм. Tātad tā bija vieta, šī svētnīca. Ļauniem gariem. Вот есть один храм. Ir viens. Соломон построил храм Богу, помните, да? Atceraties, Salmans uzbūvēja templi Dievam. И он построил еще несколько храмов. Un viņš vēl vairākus templus uzbūvēja. Для бесов. Ļaunajiem gariem. Где он приносил жертвы детей. Kur viņš atnesa, kur viņš upurēja bērnus. И свою кровь. Un savas asinis. Это поклонение бесам. Tā ir ļauno garu pielūkšana. Дальше. Tālāk. Давайте с 9 стиха. Tālāk, 9. И разгневался Господь на Соломона за то, что уклонил сердце своего от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему. Un tas kungs sadusmojās pret Salamanu, jo viņa sirds bija novērsusies no tā kunga Izraēla Dieva, kas divas reizes viņam bija atklājies. Бог разгневался на Соломона, потому что Соломон ушёл не просто от Бога. Un Dievs tas kungs sadusmojās uz Salamanu, jo viņa sirds ne vienkārši bija aizgājusi prom no Dieva. Но он стал служить бесам. Bet viņš sāka kalpot ļaunajiem gariem. Знаете, почему Соломон вообще стал это делать? Un ziniet, kāpēc Salomons sāk to darīt? Мы сидим и думаем, ай-яй-яй-яй, какой же Соломон дурачок. Mēs sēžam un varbūt domājam, ай-яй-яй, kāpēc kāds Salomons ir Правда? Muļķīts. Мы все так думаем сейчас. Varbūt mēs tā domājam. Но знаете, что у Соломона случилось? Bet ziniet, kas viņam notika? У него уже не работали мозги. Viņam nestrādāja jau smadzenes. Знаете, что дух блуда делает? Ziniet, ko šis netiklības gars dara? Он извращает мозг. Viņš izvirto. Jā, izkropļo. Прату. Извращает и человек уже не понимает, что есть правда, что есть ложь. Viņš tā izkropļo prātu, ka cilvēks vairs nesaprot, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir taisnība, kas meli. Дух блуда. Šis netiklības gars. Он извращает мысли. Viņš sakropļo mūsu domas. Я вам покажу ещё историю. Es jums parādīšu vēl kādu stāstu. Где вы увидите, что дух нечистый дух, он меняет человека мысли. Paskatīsimies vēl kādu stāstu, kur jūs redzēsiet, ka šis gars maina cilvēka domāšanu. И ты можешь говорить этому человеку. Un tu vari teikt šim cilvēkam. А он тебя не слышит. Bet viņš tevi nedzird. Он тебя не понимает. Viņš tevi nesaprot. Он думает, о чём ты говоришь, что ты мне ерунду здесь говоришь. Viņš domā, ko tu vispār man runā. Потому что этот человек под влиянием бесов. Jo šis cilvēks ir zem ļauno garu ietekmes. В том числе христианин. Tieši tādā, tieši tāpat ir arī kristiešiem. Если христианин под влиянием духа блуда. Ja šis kristietis ir zem šī ļaunā gara, netiklības gara,
ietekmē. Ты можешь за него молиться. Tu vari lūgt par viņu. Ты можешь ему говорить. Tu vari viņam teikt. Он тебя не слышит. Bet viņš tevi nedzird. И не понимает. Un viņš tevi nesaprot. Потому что его ум извращен уже. Jo viņa prāts ir izkropļots. Знаете, люди, которые смотрели порнографию. Ziniet, cilvēki, kas ir skatījušies pornogrāfiju. Эти картинки. Visas tos attēlus. Преследуют их по 30 лет потом. Šie attēli pēc tam viņus vajā pat 30 gadus. От этих картинок, no šiem порнографии, no šīs порнографии, практически невозможно избавиться. No tā практически nav iespējams atbrīvoties. Это нужно максимально прополаскивать мозги Божьим словом, чтобы от этого избавиться. Ir ļoti jāstrādā un tikai ar Dieva vārdu ir iespējams attīrīt savas domas un savas smadzenes. Это демоны, которые впускают эти картинки в твой разум. Šie dēmoni, kas vienmēr atgādina tev šīs. Еще раз скажу, вы можете быть со мной не согласны. Un vēlreiz atkārtošos, ka jūs varat nepiekrist. No mir очень духовен. Bet šī pasaule ir ļoti garīga. И бесы очень реальны. Un dēmoni ļaunie gari ir ļoti reāli. Знаете, бесы не имеют к нам доступа. Un ziniet, šie ļaunie gari viņiem nav pie mums pieejas. До тех пор, пока мы сами не откроем двери для них. Kamēr mēs paši neatveram viņiem durvis. Через порнографию. Caur šo pornogrāfiju. Через шутки пошлые. Caur tādiem neķītriem jociņiem. Ну и так далее. Un tā tālāk. Блуд – это нетиклиба. Нетиклиба. Это отношения без Бога. Tās ir attiecības bez Dieva. Это без благословения. Tas ir attiecības bez svētības. Без каких-то обязанностей. Без пienākumiem. То есть, знаете, как сегодня люди, молодежь в том числе, типа секс без обязанностей. Мūsdienās ļoti izplatīts šis apzīmējums – секс без Без пienākumiem. Блуд – это порнография. Bet šī netiklība un pornografija. Блуд – это когда мужчина засматривается на женщину. Netiklība ir, kad vīrietis aizskatās uz sievieti. То есть Иисус сказал, даже помните, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже согрешил. Atceraties, Jēzus teica, kurš uzlūko sievieti ar iekāri, tas jau ir sagrēkojis. То есть это не просто, знаете, я решил посмотреть, так оглянуться. Un tas nav tā vienkārši, ka es mazliet atskatījos. Это за этим стоят бесы. Aiz tā stāv ļaunie gari. Когда человек смотрит порнографию, kad cilvēks skatās pornografiju, за этим стоят бесы. Aiz tā stāv ļaunie gari. То есть иногда кто-то в семье говорит, ну давай для того, чтобы мы чуть-чуть больше научились там. Reizēm ir tāds uzskats ģimenē varbūt, ka varbūt vai kaut ko paskatīties, lai kaut ko iemācītos. За этим стоят бесы. Arī aiz tā stāv ļaunie gari. Соломон. Саламанс, который служил Господу от всего сердца, всю свою молодость. Kas kalpoja kungam ar visu savu sirdi, visu savu jaunību. Ušol от Бога. Viņš aizgāja no Dieva. Духа блуда. Dēļ šī netiklības gara. Потому что его сердце прилепилось к бесам. Jo viņa sirds pieķērās šiem ļaunajiem gariem. Здесь написано, что в старости он стал служить другим богам. Un te ir rakstīts, ka vecumdienās viņš sāk kalpot ļaunajiem gariem. Знаете, что я думаю? Ziniet, ko es domāju? Когда змей подошел к Адаме и Еве. Ziniet, kad es domāju, ka tad, kad čūska pielīd pie Ādama un Ievas. Я думаю, что это был как раз дух блуда. Es domāju, ka tas bija šis netiklības. Просто попытаюсь это доказать. Es pamēģināšu jums to pierādīt. Потому что Адам и Ева, что они сразу, им было стыдно, что они голые. Un ko viņi uzreiz izdarīja tajā pirmajā brīdī? Viņiem bija kauns, ka viņi ieraudzīja viens otru kailu. Знаете, дух гордости тебе не делают стыд то, что ты голый. Дух гордости. Šis lepnības gars tevi, tas neliek tev kautrēties, ieraugot sevi vai citu kailu. Но именно, когда, именно им было стыдно, потому что они голые. Bet viņiem bija šis kauns, jo viņi redzēja, ka viņi ir kaili. Я лично думаю. Es personīgi domāju, что этот змей это был дух блуда. Es domāju, ka šī čūska bija šis netiklības gars. И что, знаете, что случилось в этой семье? Un ziniet, kas notika šajā ģimenē? Когда дух блуда вошел в их семью. Kad šis netiklības gars ienāca viņu ģimenē. Это разрушило их семью. Tas sagrāva šo ģimeni. Потому что они спрятались друг от друга. Jo viņi paslēpās viens no otra. Им стало стыдно друг друга, что они голые. Viņiem kļuva kauns vienam pret otru, знаете, ka viņi ir kaili. Муж и жена, они ходят голые дома. Ziniet, dažreiz vīri un sievas, viņi staigā mājās kaili. Но им до этого не было стыдно. Bet līdz šim viņam nebija kauns. Адаму и Еве. Piemēram, Ādamam un Ievai. Но после того, как обнаружился грех. Bet pēc tam, kad ienāca šis grēks. Им стало стыдно. Viņiem kļuva kauns. Поэтому я думаю.
Es domāju, что мы видим в Библии дух блуда уже с первых страниц. Es domāju, ka mēs redzam šo netiklības garu jau no pirmajām lapaspusēm. Давайте откроем следующее местописание. 1 Моисея, 6 глава. Nākošā rakstvieta būs 1. Mūsu 6. Nodaļa, 5. Tas 11. Pāns. Давайте прочитаем только по-латышски, и я расскажу эту историю. Да, объект 11. Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmīgi dienu vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis. Un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Un Dievs sacīja, es iznīcināšu no zemes virsus cilvēkus, kuru es esmu radījis, cilvēku līdz ar lopiem un rāpuļiem un putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es tos esmu radījis. Bet Noa atrada labvēlību Dieva acīs. Šis ir stāsts par Noa. Noa bija taisns un bezvainīgs vīrs savā ciltī, jo Noa vadīja savas gaitas ar Dievu. Un Noa dzemdināja trīs dēlus – Šemu, Hamu un Jafetu. Bet zeme bija samaitāta Dievu priekšā un pilna varas darba. Ja хочу обратить ваше внимание на одно слово. Es vēlos vērst jūsu uzmanību uz šo vārdu. Samaitāta. Samaitāta. В русском языке написано «растлилась». И что это значит? Что это значит? Земля. Земля была самая та. Земля была самая та, да, растлилась. Что это значит? Что это слово значит? Это было распространено сексуальное отношение над детьми. Tas nozīmē, ka тогда laikā bija ļoti izplatījušās šīs seksuālās attiecības ar bērniem. То есть взрослые дяди. Pieauguši vīrieši brali maļiņkīk dievačīk. Ņēma mazas meitenes. I iznasīlovali dītēj. Un izvaroja šos bērnus, šīs meitenes. I Bogu vidīja, šo zemļā napolnina zlom. Un tas kungs ieraudzīja, ka pasauli ir piepildījusies ar ļaunu. Šo vzrosli dēļi nasīlujot maļiņkīk dītēj. Ka šie pieaugušie vīrieši izvaro šos mazos bērnus. I nam kažetsa. Un mums šķiet. Sumašēčie ļudi, pravda? Ka pilnīgi traki cilvēki. Ja smatrēl adno video no Euronews. Es skatījos kādu video kanālā Euronews. И это происходит сегодня. Un tas joprojām notiek arī mūsdienās. В Малайзии, я смотрел конкретно про Малайзию. Малайзия. Есть сексуальное детское рабство. Šī bērnu vidū ir izplatīta šī берут детей, которым по 6 лет. Ņem bērnus, kam ir 6 gadi. И до 15 лет они в сексуальном рабстве. Un līdz 15 gadu vecumā viņi atrod šajā seksuālā verdzībā. Un tas joprojām notiek mūsdienās. Zemļa rastlīlась сегодня. Zeme ir samaitāta. То есть и Бог увидел, что земля наполнена сексуальным извращением. Tas kungs redzēja, ka zeme ir pilna šo seksuālo izvirtību. И что Бог сделал? Un ko kungs izdarīja? Бог все затопил. Viņš visu noslīcināja. Для Бога это один из самых ужасных грехов сексуальное извращение. Dievam šis ir viens no briesmīgākajiem grēkiem šī seksuālā netiklība. Знаете, как-то молились за изгнание бесов из одного человека. Ziniet, ir kāds stāsts reiz lūdza par ļauno garu izdzīšanu no kāda cilvēka. И бес сказал. Un šis ļaunais gars teica. И он еще так смеялся. Un teica tā smejoties. Мы весь мир поймали тремя грехами. Ka mēs visu pasauli esam notvēruši ar trīs grēkiem. И христиан в том числе. Arī kristieši tajā skaitā. Первый, мы поймали людей на блуде. Pirmais, mēs noķērām cilvēku šai, sagūstījām cilvēku šajā netiklībā. Мужчины смотрят на женщин. Vīrieši skatās uz sievietēm. Женщины смотрят на других мужчин. Sievietes skatās uz citiem vīriešiem. Муж изменяет жене. Vīrs skrāp sievu. Бесы говорят, мы поймали людей сегодня на блуде. Ļaunie gari saka, mēs esam šos cilvēkus noķēruši. Поймите, люди сами по себе не виноваты. Saprotiet, cilvēks pats par sevi nav vainīgs. Люди не знают истину, потому что. Cilvēks nezin patiesību. Поэтому люди попались под влияние бесов, демонов. Tāpēc cilvēki ir nokļuvuši šajā ļauno garu ietekmē. Первый, как демоны поймали этот мир, это блуд. Второе. Pirmais tātad ir netiklība. Второе это пьянство. Otrais tā ir dzeršana. Алкоголь.
alkohols. Бесы поймали многих людей сегодня на алкоголе. Daudz cilvēki ir sagūstīti tieši alkoholā. Знаете, есть даже целая статистика, какая страна больше всего пьет алкоголь. Un ir pat ir statistika par to, kura no valstīm tad visvairāk lieto šo alkoholu. Слышали такую статистику? Esat dzirdējuši? Насколько я знаю, Ирландия на первом месте. Cik es zinu, tad Īrija pirmā vietā. Ирландия. Īrija. И Россия где-то там в пятерке. Krievija ir piecinieka. Про Латвию не знаю. Par Latviju nezinu. Поэтому бесы ловят людей на алкоголе. Tātad vēl viens vājais punkts, tas ir alkohols. И третье, как бесы ловят людей. Un trešais, kā ļaunie gari sagūst cilvēku. Это деньги. Ir nauda. Когда человек поглощен в деньги, только он не видит ничего, кроме денег. Kad cilvēks redz tikai naudu un iespēju nopelnīt, vairs neko citu. Помните, как дьявол предлагал Иисусу все богатства мира? Atcerieties, kā Sātans piedāvā Jēzu un visas pasaules bagātības. Kas piedāvā? Дьявол предлагал. Sātans piedāvā. Поймите меня правильно. Я не против денег. Saprotiet man pareizi, es neesmu pret naudu. Это проболтался бес, которого выгоняли. To teica šis ļaunais gars. Но мы видим в Библии, что богатство уводит много людей из церкви в том числе. Bet mēs redzam arī mūsdienās, ka bagātība un nauda arī šo iemeslu dēļ cilvēki bieži aiziet no draudzes. И вот в этой истории мы видим. Un šajā stāstā mēs redzam. Мир существовал на тот момент около 2000 лет. Un tajā brīdī pasauli bija eksistējusi apmēram 2000 gadu. Примерно 2000 лет мир существовал уже. Šīs pasauli jau bija bijusi. Tā. И за эти 2000 лет мир настолько далеко ушел от Бога, un šo gadu laikā pasauli tik tālu aizgāja prom no Dieva, что Бог написано даже в 6 стихе раскаялся. Un sestajā... Вот, посмотри, клюва жел. Jā, klūva viņam žēl. Бог даже раскаялся, что сотворил людей. Viņš nožēloja, ka viņš ir radījis cilvēku. Потому что люди упали в такие сексуальные извращения, что Бог думает, ай-ай-ай-ай-ай. Viņi kļuva tik ļauni, un viņi prāts tik samaitāts, ka viņi iekļūšajos seksuālajos grēkos. То есть мы видим, насколько это опасно, сексуальный грех. Mēs redzam, cik bīstam ir šis seksuālais grēks. Я вам прочитаю сейчас это местописание, Откровение, 14 глава. Atklāsmes grāmata, 14 nodaļa, 8 pants. И 8 стих. Давайте так, по-русски сначала, да? И другой ангел следовал за ним, говоря, «Упал, упал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Смотрите, здесь написано, «Он яростным вином блуда». Vēl cits ēņģels otram sekoja un sauc, «Kritusi, kritusi lielā Bābele, kas apdzirdījusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu». Смотрите, что сделал Вавилон? Kas notika ar Bābeli? Что такое Вавилон? Kas ir Bābeli? Это дух этого мира. Tas ir šīs pasaules gars. Это бес этого мира. Tas ir šīs pasaules ļaunais gars. Поймите, что у бесов есть свои легионы. Saprotiet, ka ļauniem гарiem ir savi легионы. Есть главные начальники. Tur ir galvenie vadoni. Есть подчиненные. Ir padotie. И что сделал Вавилон, дух бес этого мира? Un ko izdarīja šī Bābeli? Он ввел людей в блуд. Tas ieveda cilvēku šajā netiklībā. Видите, одна из вещей, которые делает сатана, vieno lietām, ko dara Sātans, он вводит людей в блуд. Tas ieveda cilvēku netiklībā. Понимаете? Saprotat? И человек не может устоять даже против этого искушения. Un cilvēks nevar stāties pretī pret šim kārdinājumam. Это очень духовная вещь. Jo tā ir ļoti garīga lieta. И человек, который без Бога, он не может сопротивляться этому. Un cilvēks, kurš ir bez Dieva, kurš nepazīst Dievu, viņš nespēj pats pretoties tam. Знаете, что многие сегодня не могут сопротивляться порнографии даже. Jūs zināt, ka pat pornogrāfijai daudz nespēj pretoties. Потому что это бесы. Jo tie ir ļaunie gari. Знаете, многие не могут сопротивляться фильмам нечистым. Un tāpat filmas netīras. Потому что там стоят бесы. Jo arī tur stāv ļaunie gari. То есть этот мир настолько извращен и именно этим духом. Šī pasaule ir tik ļoti samaitāta tieši ar šo garu. Я вам расскажу одну историю. Es jums pastāstīšu kādu stāstu. Про Давида. Par Dāvidu. Мы не будем открывать, там очень долго все читать. Давид и Версавия. Давид и Версавия. Давид он. Версавия. Батшеба. Батшеба, спасибо. Была такая Версавия.
bija tāda Batšeba. Красивая женщина. Ļoti skaista sieviete. Un jau bija muž. Viņai bija vīrs. I его звали Ури. To vīru sauca tā. Nu, да. И Ури был на войне. Un viņas vīrs bija karā. И Давид сам остался дома, Dāvids не пошел на войну. Дауds palika mājās. И увидел красивую женщину. Un viņš ieraudzīja skaistu. Kto pamēta tu istoriju? Skaistu sievieti. Kurš atcerās šo? Un посмотрел на женщину. Un viņš ieraudzīja šo sievieti. И он её захотел. Un viņš iekāroja viņu. Знаете, Давид делал всё, чтобы эта женщина пришла к нему. Un viņš darīja visu, lai šī sieviete nāktu pie viņa. Ja un kā царь. Un viņš kā ķēniņš. Использовал свою власть. Viņš izmantoja savu varu. И эта женщина не хотела спать с Давидом. Šī sieviete negribēja gulēt ar Dāvidu. Davīd kā cārs zastāvil. Bet Dāvids kā ķēniņš lika viņiem to darīt. Pakā Ūrī bija na vainē, pakā mūši. Kamēr viņas vīrs bija karā. И, к сожалению или к счастью, но она забеременела с первого раза. Un, diemžēl, vai par laimi viņa tapa grūti jau pirmajā reizē. Кто-то старается, старается 5 лет и не может забеременеть, а тут с первого раза. Ir cilvēki, kas cenšas, cenšas gadiem un nekas nesanāk, bet šeit no ar pirmo reizi. И Давид узнал, что она беременна. Un Dāvids uzzināja, ka viņa ir stāvoklī. И Давид думает, что же делать? Ko gan darīt? И он говорит этому Урию, потом, когда он вернулся с войны. Un viņš saka viņas vīram. Иди к своей жене, переспи с ней. Ей pie savas sievas un gulē. Хотел улики замазать, знаете? Gribēja paslēpt šos pierādījumus. Типа родится ребенок? Ну, it kā piedzimis bērns. По времени примерно подходит. Pēc laika it kā atbildīs. И что Урий будет отцом этого ребенка. Un ka šis viņas vīrs tad arī būs. А Урий говорит. Bet viņas vīrs saka. Не пойду. Neiešu. И буду стоять рядом с царем, защищать царя всю ночь. Neiešu pie sievas, es stāvēšu pie Знаете, pie, что Ури был один... Un aizsargāšu ķēniņu. Ури был один из лучших друзей Давида вообще. Un viņš bija viens no labākajiem Dāvida draugiem. И Давид уже не знал, что делать. Un Dāvids jau nezināja, ko darīt. И он говорит одному генералу. Un viņš saka vienam ģenerālim. Пускай Ури идет туда, где самая тяжелая битва. Lai viņš sūti viņu tur, kur ir visnežēlīgākās kaujas. Давид придумал хитрый план. Dāvids izdomāja ļoti viltīgu plānu. Как избавиться от лучшего друга. Kā tikt vaļā no labākā drauga. Смотрите, Давид попал под влияние беса. Redzat, Dāvids nokļūši ļaunā garjā. Его голова уже не работала адекватно. Viņa prāts vairs nestrādāja normāli. Он согрешил. Viņš grēkoja. Изменил. И переспал. Переспал, Viņš pārgulēja šo sievieti. И настолько его разум был извращен. Un viņa prāts tik ļoti kļuva samaitāts. Что он был готов своего лучшего друга убить. Ka viņš bija gatavs nogalināt savu labāko draugu. Чужими руками. Caur svešām rokām. И Ури умер. Un viņš tiešām nomir. На войне. Karā. И приходит пророк. Un atnāk pravietis. К Давиду. Pie Dāvida. И говорит, что же ты наделал? Un saka, Dāvid, ko tu esi izdarījis? И только тогда Давид. Вы знаете, у него как будто лампочка. Так, блин! Un ziniet, tikai tajā брīdī viņam tā kā lampiņa iedegās. Слушай, а что я наделал? Un tiešām, ko gan es Такое ощущение, что у Давида не существовало этот период, отрезок жизни. Un tā sajūta it kā Dāvidam nebūtu bijis dzīves periods. То есть, еще раз скажу. Vēlreiz teikšu. Человек под влиянием беса блуда. Cilvēks, kurš atrod šī netiklības gara ietekmē. Он уже не понимает, что он делает. Viņš nesaprot, ko viņš dara. Вот какой нормальный мужчина ляжет на 6-летнюю девочку? Kurš normāls vīrietis gan gribēs seksuālas attiecības ar mazu meitenīti? Ну какой нормальный мужчина ляжет? Ну kurš? Никто, правда? Neviens. У кого мозги извращены? Tikai tāds, kuram ir slims prāts. Знаете, есть порнография детская. Я не смотрел, но я знаю, что есть просто. Ziniet, ir arī bērnu pornogrāfija. Какой нормальный человек может такое смотреть вообще? Kurš normāls cilvēks spēj to skatīties? У кого мозг извращен бесами? Tikai tās, kuram šis prāts ir izkropļots. Мы сейчас с вами говорим об ļauniem gariem. Опасности сексуального блуда. Mēs tagad runājam par to, cik bīstams ir šis seksuālais grēks. Одна из опасностей – мозг. Человека, он уже настолько извращен, что не понимает, что есть правда, что ложь. Un viena no tām galvenajām problēmām, ka šī cilvēka prāts tiek tik ļoti izkropļots, samaitāts, ka viņš jau nesaprot, kur ir, kas ir labi, kas ir slikti, kur ir patiesība, kur ir meli. Признаки. Šīs pazīmes. Этого блуда. Первое. Pazīmes. Признаки духа блуда в нашей жизни – или в жизнь наших каких-то знакомых или людей. Tātad šīs pazīmes, kas varbūt mūsu dzīvēs vai varbūt kādu pazīstamo cilvēku dzīvēs. Первое. Pirmais.
Человек или христианин не понимает, что есть правда. Человек свой крестец, это он не знает, как есть правда. Ты ему объясняешь правду. Ты ему скажешь, как есть. Объясняешь, что написано. Ты стасти, как есть рактис. А он не понимает. Это он не знает. Его мозг уже извращен. Viņa prāts un viņa smadzenes jau ir sakropļotas. И знаете, покаяние тут уже не помогает. Un ziniet, grēku nožēla šeit nepalīdz. Тут нужна молитва освобождения. Šeit ir vajadzīga atbrīvošanas lūkšana. Тут нужно молиться, чтобы бесы вышли из головы человека. Ir jālūdz, lai šie ļaunie gari iziet no šī cilvēka. Иногда, конечно, в легкой форме покаяние может помочь. Varbūt, ja tas ir tikai kaut kādā vieglā formā, tad varbūt arī grēku nožēla var palīdzēt. Расскажу одну историю. Пастастишь, как стаст. Пришел один парень молодой в церковь. Отназу здравец, как это реальная история. Это реальный стаст, Рига, снотик. И он говорит, стою во время прославления, парень говорит. Он сейчас поезд, так, и стал славешен. И стоят девочки, поют Богу, поклоняются. Он стал тут, скатус мейтен, славей Диев. А я их раздеваю. Bet es racīju viņus izģērbi. Sначала я снял кофточку с неё. Сакума я снобилку яциню. Потом джинсы с неё снял. Pēc tam bikses. И он начинает это, знаете, вот развивать в себе. Un viņš savā prātā to sāk attīstīt. И он уже не понимает, что это вообще настолько далеко зашёл. Un viņš vairs nesaprot, cik tālu viņš jau ir aizgājis. Потом сидит так вот в церкви, там общаются. Un pēc tam viņi sēž draudzē. И сидит девочка в юбке. Это реальная история. Un tad sēž kāda meitene svārkos. И он думает, так, что же под этой юбочкой? Un viņš sāk domāt, kas gan ir zem tiem svārkiem. И он начинает развивать это. Un arī šo domu viņš tur sāk attīstīt. И знаете, он месяц так вот ходил в церковь. Un ziniet, un tā, tā viņš mocījās mēnesi. И он мучился, да. И знаете, один раз он решил встать и признаться перед всеми. Un ziniet, vienreiz viņš nolēma piecelties un atzīties visiem. Он набрался сил. Viņš saņēmās. Такой встает с кресла и говорит, я хочу вам кое-что сказать. Viņš pieceļās no krēsla un saka, ka es gribu jums kaut ko pateikt. И он говорит, что-то сразу ушло, все. Un saka, viņš šajā brīdī kaut kas aizgāja. Он даже ничего не сказал. Viņš pat neko nepateica. Пришла свобода. Bet atnāca šī brīvība. Вот так вот иногда свобода может прийти. Varbūt arī šādi var atnākt šī brīvība. Это как человек хотел покаяться перед всеми. Kad cilvēks gribēja atklāt šo grēku visu priekšā. То есть признаки. Один из признаков, человек не разбирается, где есть правда. Cilvēks nesaprot, kas ir patiesība. Второй признак. Otrā pazīme. В его голове мысли извращены. Galva un domas, galvā tās ir izkropļotas. Он раздевает. Samaitāts. Он раздевает. Var izģērbt. Он представляет. Var iedomāties. Человек в себе это развивает и ничего не может с этим поделать. Cilvēks turpin par to domāt, attīstīt šīs domas, šīs darbības savā prātā. Это признак бесов. Un tā ir tā pazīme, ka ir šie ļaunie gari. Biesi живут внутри. Ne vienmēr ļaunie gari dzīvo iekšā. Иногда бесы преследуют. Dažreiz šie ļaunie gari vajā. И человек не может справиться с этим. Un cilvēks nevar tikt galā ar to. Потому что он видит картинки голых женщин. Jo šis cilvēks redz kailus sievietes attēlus vai kailu vīriešu attēlus. Вы заметили, сейчас рекламируют зубы полуголые женщины везде. Esat pamanījuši, ka reklamē зубус, скайсту смайду, но сиевет и пусабдя. Или рекламируют машину полуголой женщины. Вака сиевет палку стимос, издяр та вейда, ту рекламе машины. Почему машины рекламируют полуголой женщины? Капец шад сиевет, кас ир ган риз кайла, тур ар минимал абдяр рекламе машин. Этот мир знает. Машинс. Jo ши пасау зин. Как мужчину привлечь. Ка пьевилинат вирьет. Бесы знают, как мужчину привлечь. Ляуния гари зин, ка пьевилинат вирьет. Знаете, одна из причин, почему сегодня много разводов в семьях? Un ziniet, viens no iemesliem, kāpēc ir daudz šķiršanās Потому ģimenēs? Что бесы живут внутри семьи. Jo šie ļaunie gari dzīvo ģimenē. Потому что мужчина смотрит на других женщин и представляет. Jo vīrietis skatās uz citām sievietēm un iedomājas. Некоторые мужчины во время близости со своими женами представляют других женщин. Citi vīrieši varbūt seksuālu stuvības laikā ar savu sievu iedomājas, domā par citām sievietēm. Это признаки демонов. Tās ir šīs demonu pazīmes ģimenē. Можете быть со мной не согласны. Jūs varat man nepiekrist. Ну, как бы, так. Третий признак. Trešā pazīme. Когда тебе снится сон, сексуальность, с какие-то секса, ну, с этим связано. Izvērtīgi sapņi. Когда человек спит, и он во сне занимается с кем-то близостью.
Kad, piemēram, cilvēks guļ un sapnī, viņš nodarbojas ar seksuālu tuvību ar kādu citu Знаете, что сон это очень духовное состояние человека. Ziniet, sapnis tā ir ļoti tāda garīga, garīgs stāvoklis. Бог говорит через сны. Dievs runā caur sapņiem. Но и бесы могут через сны говорить. Bet arī ļaunie gari var runāt caur sapņiem. И человек просыпается. Un cilvēks pamostas. А как будто он реально с кем-то был во сне. It kā viņš реал būt bijis ar kādu sapni. Да, и как будто физически это было с ним. It kā tas būtu fiziski noticis. Это признак бесов внутри. Tas ir šī, tā ir šī pazīme, ka ir ļaunie gari iekšā. И или не только внутри, которые преследуют. Vai ne tikai iekšā tie gari, bet arī tie gari, kas mūs vajā. И человек уже не может жить в свободе, потому что бес его мучает. Un cilvēks jau nevar dzīvot brīvībā, jo šie ļaunie gari viņu А у человека четвёртый признак это знаете, как такое внутреннее желание смотреть порнографию и всё с этим связано. Ceturtais ir vēlme skatīties pornogrāfiju vai kaut ko, kas ir ar to saistīts. То есть человек не может справиться с этим желанием. Cilvēks jau netiek galā ar šo vēlēšanos. Вот знаете, вот мне рассказывал один брат Man stāstīja, он ждал, brāls, когда семья уезжает из дома. Viņš gaidīja, kad ģimene aizbrauks kaut kur. Он знал, он один. Viņš zināja, ka viņš ir viens. И он включал порнографию. Un viņš slēdz iekšā порнографию. И он боролся с этим, ну, до года. Un viņš ilgi cīnījās ar to. И когда он принёс это на покаяние, un kad viņš atnes to, он получил свободу. Viņš nes to priekšā grēku nožēlā, viņš ieguva brīvību. То есть это признак бесов. Šī ir tā pazīme, ka ir tas netiklības kas. Не может справиться с этим желанием. Kad cilvēks netiek galā ar šo vēlmi. И он каждый раз этот человек, ну, например, мужчина говорит: "Нет, всё, я больше так не буду". Un šis cilvēks var katru reizi, piemēram, tajā konkrētā gadījumā, tas bija vīrietis, kas teica, ka nē, es to negribu. Но он не может справиться. Bet viņš nevar neko ar to izdarīt. Он его влечёт туда. Viņu velk uz turieni. Знаете, там бесы в порнографии, например. Tur, piemēram, pornogrāfija ir šie netiklības И тут gari, бесы. Un te viņi ir šie И gari. И они хотят соединиться. Un šie gari vēlas savienoties. Поэтому есть внутреннее желание. Tāpēc ir šī iekšējā vēlme. В Коринфянах написано такой стих. Vēstulē korintiešiem ir rakstīts tā vārdi. Что соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. Ir rakstīts, ka savienojoties ar Dievu ir viens gars Dievā. Это шестая глава, 1 Коринфянам. 1 Korintiešiem 6. Nodaļa. 17. Stih. 17. Pants. Bet kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. То есть написано, соединяющиеся с Духом Божьим есть один дух. Tātad ir rakstīts, tie, kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. И 18. Stih, давайте прочитаем. Un 18. Sargājieties no netiklības. Katrs cits grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas. Bet kas netiklības grēku dara, grēko pie savas paša miesas. Апостол Павел говорит, убегайте от греха, или по-латышски защищайтесь от этого греха. Sargieties, aizsargājiet sevi, bēdziet no tā grēka. То есть, потому что Павел понимает, jo Pāvils saprot, когда люди соединяются неправильно в блуде друг с другом, kad cilvēks nepareizi savienojas šajā netiklībā viens приходят, приходят демоны. Atnāk dēmoni. Поэтому Павел говорит, убегайте от такого греха. Tāpēc Pāvils saka, bēdziet no šī. То есть это очень серьёзные последствия могут быть. Varbūt ļoti nopietnas sekas. Пятое. Piektais. Человек или христианин отдаляется от других верующих, ему стыдно. Šis kristietis vai šis cilvēks, viņš attālinās no citiem ticīgajiem, jo viņam ir kauns. Знаете, этот стыд, он даже в каком-то смысле неосознанный. Un ziniet, šis kauns sajūta nav pat tā apzināta. И ему такому человеку кажется, что все так делают. Šim cilvēkam liekas, ka visi tā dara. Знаете, человек, который курит, ему кажется, что все курят. Ziniet, cilvēks, kas, piemēram, smēķē, viņam liekas, ka visi smēķē. Человек, который выпивает алкоголь, ему кажется, что все выпивают алкоголь. Cilvēks, kas lieto alkoholu, domā, ka visi tā dara. И человек, который в блуде, ему кажется, что все так делают. Tāpat arī cilvēks, kurš ir netiklības gari pārņemts, viņš domā, ka visiem tā ir. Один раз мне одна женщина сказала: "Ну все же изменяют мужу и жене". Reiz man viena sieviete teica, ka visi taču krāp vīru un sievu. Я говорю, а кто все? Я не изменяю. Es teicu, kas ir visi? Es ну ладно, nedaru. Ты такой один святой. Viņa saka, ну ладно, tu varbūt viens tāds svētais. Ну так, вы знаете, вот, и кажется, что все так делают. Un ir šī izpratne, ka visi tā dara. И человек начинает отдаляться от других верующих. Un cilvēks sāk attālināties no citiem ticīgiem. Потому что ему стыдно.
jo viņam ir kalns. То есть это тоже признак, когда человек отдаляется от церкви. Tāpat, ja cilvēks attālinās no draudzes. Это признак того, что у человека есть тайный грех. Tas tā ir pazīme tam, ka cilvēkam ir šis apslēptais грех. Потому что когда Адам и Ева согрешили, они спрятались прежде всего от друг от друга, а уже потом от Бога. Jo tad, kad Ādams ar Ievu sagrēkoja, viņi vispirms paslēpās viens no otra un tikai tad no Dieva. Поэтому, когда человек отдаляется от общения с верующими людьми, скорее всего, там есть какой-то тайный грех, и это может быть блуд. Kad cilvēks attālinās no pārējiem ticīgajiem, tad ļoti iespējams, ka tur ir kāds grēks un iespējams netiklības kāds. Шестое признак. Sastais. Духа блуда – это человек постоянно врет. Cilvēks melo. Потому что уже не понимает, что есть правда. Jo vairs nesaprot, kas ir patiesība. Человек сам заблудился в своей лжи. Cilvēks ir pats sapinies savos melos. Знаете, я как, ну, как человек, и как пастор, как верующий, чувствую, когда меня обманывают. Ziniet, es kā cilvēks, kā mācītājs, kā ticīgais, es jūtu, kad man melo. Я думаю, что и вы чувствуете, когда вас обманывают. Не? Es domāju, ka arī jūs reizēm jūtat, kad otrs cilvēks jums melo. Так что-то там не так. Vai ir sajūta, ka kaut kas как-то tur nav не tā. Складывается пузл. Kaut kā šīs puzles gabaliņi nesaliekās. Знаете, моя мама всегда говорила. Mana mamma vienmēr teica. Я мама, ты меня никогда не обманешь. Es esmu mamma, un tu man nekad nepiemānīsi. Моя мама знала, когда я ей вру. Mana mamma zināja, kad es viņai meloju. Жена знает, когда муж врет. Sieva zina, kad vīrs melo. Родители знают, когда дети врут. Vecāki zina, kad bērni melo. Я помню, в школе надо стихи наизусть учить. Skolā vajadzēja mācīties dzejoļus no galvas. Я знаете, вот так вот стоял, учитель здесь сидит. Un skolotājs sēž blakus. Я так. Un es tā. И знаете, я думал, что он реально не видит. Un es tiešām domāju, ka viņi neredz. И реально думал, что я умнее её, она реально не видит. Es tiešām domāju. Es tiešām biju pilnīgi pārliecināts, ka viņi to neredz, un es esmu gudrāks par viņu. Я вырос и понял, она просто помиловала меня. Es izaugu un sapratu, ka viņi vienkārši apžēlojās par mani. Она поняла, что я не выучил этот стих, я читаю его. Viņi saprata, ka es neesmu iemācījies šo dzejoli, es vienkārši nolasīju. Я ещё иногда, знаете, типа, ой, а как там было, вот, знаете, так специально. Un dažreiz vēl speciāli izlikos, it kā es būtu aizmirsis tekstu. И потом, ah, ну так вот так вот было. Un pēc tam it kā atcerējos. Поэтому один из признаков, когда человек живёт уже во лжи. Un viens no šiem iemesliem, šīm pazīmēm, ka cilvēks dzīvo šajos melos. Он обманывает всех вокруг себя и самого себя в том числе. Viņš apmāna visus sev apkārt un sevi tajā И последнее. Un pēdējais. Человек зависим от самоудовлетворения. Cilvēks ir atkarīgs no pašapmierināšanās. Иногда кому-то нам кажется, особенно мужчинам, что без этого невозможно жить. Dažreiz mums, varbūt īpaši vīriešiem, liekas, ka bez tā nevar dzīvot. Но, знаете, возможно. Bet ziniet, var. Возможно. Ir iespējams. И если человек не может справиться, да и женщины тоже, если они не могут справиться с этим грехом, ну, как мастурбация. Arī sievietes tas, ka, ja šis cilvēks nevar tik galā ar šo grēku. Скорее всего, за этим стоит какой-то бес. Ļoti iespējams, ka aiz tā stāv kāds ļaunais gars. И именно поэтому человек не может справиться. Un tieši tāpēc cilvēks nevar tikt ar to galā. Демоны реальны. Демоны ir reāli. И они хотят разрушить нашу жизнь. Un tie vēlas sagraut mūsu dzīvi. Мы максимально должны оградить нашу семью и наш разум от сексуальных извращений. Un mums maksimāli ir jānorobežo sevi un savu ģimeni no šīm seksuālām izvirtībām. Знаете, сегодня дети уже в 12 лет теряют девственность. Un ziniet, mūsdienās bērni jau 12 gadu vecumā zaudē nevainību. Да. Потому что им стыдно, что они ещё девственники в 12 лет. Jo viņiem ir 12 gadu vecumā, viņiem jau ir kauns, ka viņi vēl to nav darījuši. И это ложь. Un tie ir meli. Взрослые люди понимают, что это ложь, правда? Pieaugušie saprot, ka tie ir meli. Но подросткам кажется, что я 12 лет девственник. Ну ладно, 12, давайте 15 лет. Ну ладно, pacelsim latiņu mazliet augstāk, 15 gadi. 15 лет тоже мало, согласитесь. Arī tas ir maz. А представляете, взрослый дядя злазит на 15-летнего ребёнка. Ну я думаю, это я pieauguši vīrieši ar 15-gadīgiem Поэтому pusauģiem. Этот мир, он испорчен. Šī pasaule ir samaitāta. Бесами. Прежде всего. Ar ļaunajiem gariem vispirms. Иисус сказал, что князь этого мира господствует в этом мире.
Короче, teicu, ka, что сатана сатанс, управляет этим viņš, миром. Viņš valda par šo pasauli. И сатана это главная личность. Un сатанс, tā ir galvenā personība. И у него есть как бы так помощники, солдаты. У viņam ir šis, šie, šie palīgi, šie karavīri. И один из них самый главный это дух блуда. Un viens no viņiem, kas ir pats galvenais, ir šis netiklības gars. Второй очень важный это дух мамона или богатства, то, что мы говорили сегодня. Otrais ir tas bagātības, šis, nu, mankārības. Mamona, да. И третье – это дух пьянства. Un trešais ir šis dzeršana. То есть это одни из самых главных бесов в легионе у дьявола. Šie ir tie galvenie дэмоны сатана легионā. Поэтому, дорогие, Tāpēc, dārgie, Давид, даже Давид, pat Давидs попался на этот грех. Iekrita uz šo grēku. Что говорить уже тогда о простых людях. Ko tad mums parastiem cilvēkiem teikt? Соломон попался Соломон на этот грех. Iekrita uz šo grēku. Что говорить о нас, простых людях. Ko teikt par mums parastiem cilvēkiem. Да. И многие, как Самсон, такие Un наудзи, герои, kā Simpsons, да, попали под этот грех. Iekrita šajā grēku. Потому что это бесы. Jo tie ļaunie gari. Мы должны оградить свой разум. Mums ir jāierobežo savus prātus. Savu ģimeni. Jānorobežo savus prātus, savu ģimeni. От демонов. No šiem ļauniem gariem. И позволить Христу управлять нашей жизнью. Un ļaut, lai Kristus valda par mūsu dzīvi. Аминь. Аминь. Вы согласны с этим? Jūs piekrītat tam? Не давайте место дьяволу, апостол Павел сказал. Pāvils ir teicis, ka nedodiet vietu Sātanam. То есть это значит, что мы сами можем давать место ему. Tas nozīmē, ka mēs paši dodam vietu viņam. Так, это логично, если апостол Павел говорит: "Не давайте", а мы, ну, значит, можно давать. Tātad tas ir loģiski, ja Pāvils saka: "Nedodiet vietu", tas nozīmē, ka mums ir šī, mēs varam to izdarīt. И в этом мире. Un šajā pasaulē. Где весь мир извращён. Kur visa pasaule ir samaitāta. Мы, как церковь и как люди верующие. Mēs kā draudze un kā ticīgi cilvēki. Не просто, знаете, как бы вне этого мира живем. Мы живем в этом стелц, же мире, где мы видим полуголых женщин. Женщины видят полуголых мужчин и так далее. Я один раз пришел, уже заканчиваю. Я пришел один работать в одно место. И там место, где столовая, где все кушали, висели на стенках голые женщины, где-то 4-5 плакатов. Un vietā, kur bija darbiniekiem, tā kā iespēja paēst, nu, tā kā ēdnīca, tur uz sienas karējās 4 vai 5 plakāti ar kailām sievietēm. Первый же день. Pirmajā dienā. Pakā tam nikogo не было. Kamēr tur nebija neviens. Я все плакаты сорвал и выбросил и сжёг. Es visus viņus norāvu, izmetu un izmetu. Серьёзно. Приходят люди: "Эй, что-то не хватает здесь?" Atnāk cilvēki un saka, kaut kas te pietrūkst. Я сжёг все эти. Un es viņus visus sadedzināju. Потому что я не хотел, чтобы это вошло в мою жизнь. Jo es negribēju, lai tas ienāk manā prātā. Дорогие, если вы увидели симптомы в своей жизни, ja jūs redzat šīs pazīmes savā dzīvē, это не значит, что вы плохой человек. Tas nenozīmē, ka jūs esat slikts cilvēks. Это не значит, что Бог вас не любит. Tas nenozīmē, ka Dievs jūs nemīl. Это просто значит, что нам нужна свобода. Bet tas vienkārši nozīmē to, ka mums vajadzīga brīvība. И Христос хочет дать эту свободу. Un Kristus vēlas dot mums šo brīvību. Понимаете? Все мы можем попасться туда, и я в том числе, и Диана, и каждый из нас. Un jebkurš no mums var iekrist, gan es, gan Aleksandrs, jebkurš. Это не значит, что мы плохие. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam slikti. Это значит, нам нужно прийти ко Христу по-настоящему. Tas нозīmē, ka mums ir jānāk pie Kristus patiesi. Давайте помолимся. Lūksim. Lūksim.